Я вступил в британскую армию не по собственной воле, а по принуждению. Это было 12 сентября 1940 года. Я хорошо помню эту дату, потому что это день рождения моей матери. И самое первое, что нам сказал сержант, «Вы должны не повторять за мной, а выполнять свои команды». У него были причины говорить так, но в Царстве Божьем мы никому не сможем так сказать. Нам придется говорить, делай так же, как я. Мы не можем учить кого-либо делать что-то, если сами так не живем. Там я научился еще нескольким вещам. Если мы получили приказ, он действует до тех пор, пока кто-либо уполномоченный не отменит его. Во-вторых, Незнание приказа не является оправданием непослушания. Так устроена Божья армия. Когда верующие говорят об армии, это вызывает у меня улыбку, потому что это так далеко от настоящего положения дел в армии. Когда я вступил в британскую армию еще при Георгии VI, там не выдавали грамоту, в которой было бы написано «Я гарантирую, что тебе не придется отдавать свою жизнь». Ни один солдат, вступая в армию, не имеет такой гарантии. Также и в армии Иисуса. Ни один солдат не имеет права присоединиться к ней, не будучи готовым пожертвовать своей жизнью. Помните, это может стоить вам жизни. Не называйте себя солдатом, если ваш настоящий мотив ⁇ сохранить себя. Посмотрим, что говорил Иисус. Это 28 глава, 18 стих. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Не просто какая-то, но вся власть целиком, она дана лишь одному Иисусу. Исходя из всего сказанного, прояснив вопрос о власти раз и навсегда, Иисус говорит ученикам, «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что Я повелел вам, и вот Я с вами во все дни до скончания века. Итак, сколько народов нам нужно научить, все народы. А мы уже справились с этим заданием? Нет, нам еще очень далеко до этого. Прошло уже 19 столетий, а мы все еще далеки от выполнения этого поручения. Он не сказал «приводите людей в церковь», он сказал «обращайте в веру учеников». Одна из самых больших проблем в церкви — это прихожане, которые являются членами церкви, но не учениками потому что их жизнь противоречит Писанию, которое несет церковь. Если вы только начали работать для Господа, начните с того, чтобы приобретать для церкви учеников, а не членов. Когда вы обращаете веру учеников, рано или поздно они станут членами, но это не самое главное. Я действительно считаю, что самая большая проблема, которая есть у церкви в Америке, в том, что она растет за счет членов, а не учеников. Мы часто слышим, что там-то и там-то столько-то тысяч прихожан. Это прекрасно, но сколько из них являются учениками? Ученик это тот, кто находится в послушании учителю. Ученик это тот, кто готов отдать свою жизнь. Иисус говорит, если не оставите все, что имеете, не можете быть с моими учениками. Это сложно, но у нас все получится. Без этого никак. Вот что Бог говорит нам. Понимаете, наша проблема в нашем непослушании. Мы не следуем приказам главнокомандующего. Далее Иисус говорит, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Важно понимать, что вступление в ученичество начинается с правильно проведенного обряда водного крещения. Если люди не хотят становиться учениками, быть в послушании Иисусу и отдать ему свою жизнь, они не должны креститься, потому что смысл обряда в погребении и последующем воскресении. В Новом Завете водное крещение так же важно, как и крещение Святым Духом. Сделать этот шаг — это наше решение, очень важное. Иисус сказал, «Идите, проповедуйте Евангелие всему живому, не просто всем народам, но каждому живому существу. Спасется тот, кто верит и крещен, и в Новом Завете, начиная с описания Пятидесятницы, нет ни одного случая, когда кто-либо получил спасение без водного крещения. Есть те, кто говорит, «Я верю в Иисуса, но меня не крестили с погружением в воду». Хочу сказать, вы очень рискуете, потому что Новый Завет не может гарантировать, что вы спасены. Понимаете? Я думаю, что это так. Как нам не следует относиться к крещению? Установка. Если вы хотите принять крещение, запишитесь на специальные службы раз в две недели. Не подходит людям Нового Завета. Я уверен, что когда Бог посетил дом тюремщика в Филиппах, и желаю вам, чтобы Богу не пришлось приходить к вам с землетрясением, я думаю, он тем самым привлек внимание тюремщика. Они сразу же приняли и водное крещение. Филипп не говорил, что ему нужно запомнить 53 отрывка из Писания, посещать библейскую школу, сдать экзамены. Только после этого он сможет получить крещение. Однажды я был в миссионерской поездке с прекрасными людьми. Но они не крестили человека, пока он не прошел специальный месячный курс для тех, кто хочет креститься. И чем все это закончилось? Люди формально были готовы, но на самом деле оставались язычниками. Они прошли этот курс, но так и не были спасены. Они просто стали религиозными. «Пусть каждый из вас примет крещение». Петр сказал так. Во-первых, он сказал «покайтесь». А во-вторых, он сказал «пусть каждый крестится». Тогда вы получите дар Святого Духа. Иисус сказал, учай их соблюдать все, что я повелел вам. Поэтому реальный процесс обучения начинается не после крещения, а перед ним. Когда люди уже приняли решение посвятить себя ученичеству, можно начинать учить их. Не нужно учить тех, кто еще не посвятил себя. Это пустая трата времени. Я говорю, основываясь на своем опыте. Я видел результат в обоих случаях. Чтобы получить спасение, нужно уверовать, покаяться, а затем пройти водное крещение. Бассейн для крещения открыт каждое утро по воскресеньям. И большинство людей после водного крещения сразу же принимают крещение Святым Духом еще до основания церкви было время когда люди приходили в наш дом на набережный и крестились в нашем бассейне это отличное место для водного крещения у нас была одна пара до своего спасения они были совершенными язычниками. Мы сказали, что им следует принять крещение, и пригласили их к себе. И вот пришла эта славная, милая женщина в бикини. Знаете, что я сказал? Слава Богу, что есть хоть кто-то не слишком религиозный. Мы дали ей дополнительную одежду, и она приняла крещение. Много лет спустя я был на собрании в Йоханнесбурге, там я встретился с членами одной еврейской организации. Беседа началась с вопросов о моем образовании и опыте. Они пригласили меня не столько для того, чтобы услышать об Иисусе. На самом деле их интересовало, почему я верю в библейские предсказания об Израиле. Я попытался им объяснить. И во время нашей встречи два человека в задних рядах закурили, я сказал, как прекрасно быть в месте, где люди не настолько религиозным и не знают, что в церкви курить нельзя. Расскажу, что было в конце. Ведущий этой встречи был Сабра, так называют евреев, родившихся в Израиле. Он переехал в Йоханнесбург, где стал главой этой организации. Он совершенно не понимал религиозные термины. Но в конце он сказал, было что-то интересное в речи доктора Принца. Она была очень теплой, успокаивающей. О чем же он говорил? Об утешителе. О, какая-то честь проповедовать перед людьми, которые не так хорошо знакомы с религией. Я бы хотел, чтобы мы делали это чаще, Проблема в том, что я редко встречаю необращенных людей. Я понимаю, что это Божий план для моей жизни. Помню старые добрые времена, когда я служил в британской армии, и все люди вокруг меня были неверующими. Думаю, Бог желает, чтобы я рассказал вам и эту историю. Однажды я был в Судане, в Джибейте. Это даже не город, а так себе небольшое поселение на холмистом побережье Красного моря. В то время я был младшим сержантом, Впрочем, выше я так и не поднялся. Моя жена служила в морском флоте и стала уже тогда сержантом, так что по званию она была старше меня. Я отвечал за рабочие места для местного населения. Мне нужно было общаться с главой комитета по трудовым ресурсам, а также следить за тем, как он распределяет обязанности между подчиненными. Он единственный знал английский, но язык он выучил, говоря с британскими солдатами, так что язык Библии короля Иакова он не понимал. Но он был очень умным и сообразительным. Какое-то время мы общались исключительно по рабочим вопросам, а потом выяснилось, что он верит в дьявола. Я сказал, знаете, а я тоже верю в дьявола? Это была наша точка соприкосновения. Мы оба верили в дьявола. Затем, как-то раз он опоздал на встречу, извинился и сказал, что заболел и был у врача. До этого еще ни разу не молился, но знал, что об этом написано в Библии. Я предложил помолиться за него. К моему ужасу он согласился. Я спросил, а можно я помолюсь во имя Иисуса? И он согласился, хотя был мусульманином. Я очень осторожно, словно обезвреживая бомбу, возложил на него руки и помолился во имя Иисуса. Неделю спустя он сообщил, что полностью выздоровел. Но я привлек его внимание. Я рассказал ему, что верю в Иисуса и читаю Библию, Потом случилось так, что в казарме меня ужалила оса. Хочу сказать вам, что осы в Судане другие. Я никогда в жизни не чувствовал такой сильной боли. Я вскочил с кровати и вспомнил слова Иисуса о том, что мы сможем наступать на змей и скорпионов. Я подумал, что к осам это тоже относится. Я прошелся по комнате, воздал славу Господу, хотя лодыжка и болела, опухоли не было. Следующим утром я рассказал своему другу Али о том, что меня укусила оса. Он удивился и спросил, а где она укусила? Я снял носок и показал ему. Он отвел меня к выходу и показал хромого мужчину с согнутым коленом, который ковылял по улице. Он сказал, знаешь, что произошло с этим человеком? Его укусила оса в колено. Так почему же твоя лодыжка не опухла? Я сказал, я помолился во имя Иисуса. После этого он стал обращать на меня больше внимания. Я стал иногда читать ему из Библии, переводя на понятный ему солдатский язык. Для этого требовалось определенное мастерство. Потом он сказал, «Хочу научить тебя кататься на верблюде». К тому моменту мы уже крепко сдружились, поэтому я согласился. Так я открыл для себя одну особенность верблюдов. Части их тела никогда не находятся на одном уровне. Одна часть поднимается, другая опускается. Но я все же научился кататься на верблюде. Думаю, некоторые из вас были в Египте и катались на домашних верблюдах у сфинксов. Они рядом не стоят с суданскими верблюдами. Затем мы решили устроить небольшой пикник. Я купил кое-что в магазине. Мы сели на верблюдов и поехали до Большого Сфинкса. Доехали на них до основания этого холма. Из холма тек небольшой ручей, с минеральной водой. Али сказал, мы, суданцы, пьем эту воду. А белые люди не могут ее пить. Я ответил, что готов попробовать. Он удивился. Я объяснил, что раз другой воды поблизости нет, я могу выпить эту, потому что Библия говорит, что если я что-то смертоносное выпью во имя Иисуса, это не повредит мне. Я выпил ее, и ничего не произошло. Мы поели, снова сели на верблюдов, и пока мы ехали, я прочитал ему первые стихи из третьей главы Евангелия от Иоанна о рождении свыше. Это произвело на него впечатление. Он спросил, а что значит родиться свыше? Я ответил, это значит, что Бог даст тебе новое сердце. Он разразился смехом, это же смешно, как может Бог дать человеку новое сердце. Но я видел его искренний интерес, поэтому спросил, а ты хочешь родиться свыше? Он сказал, да. Я тогда и не знал, что делать. Я никогда не ходил в библейскую школу или христианский колледж. Поэтому я сказал, послушай, возвращайся в свой дом, а я пойду в казарму. В 6 часов, когда солнце будет садиться, ты молись у себя, а я буду молиться у себя. Проси Бога о том, чтобы тебе родиться свыше. На следующее утро, как обычно, мы встретились в 10 часов, и я спросил, ты помолился? Он сказал, да. А ты родился свыше? Он сказал, нет. Я был рад и тому, что он действительно ожидал что нечто произойдет, даже несмотря на то, что ничего не произошло. Дух Святой тихо сказал мне, «Он мусульманин». Я спросил, «А ты молился во имя Иисуса?» «Нет», — ответил он. Я сказал, «Ты не можешь родиться свыше, если не помолишься во имя Иисуса. Ты хочешь это сделать?» Он ответил, что хочет. Тогда я опять сказал ему, «Сегодня в шесть вечера ты молись у себя, а я буду молиться у себя». На следующее утро я посмотрел на него и сказал, «Ты родился свыше!» «О, да!» — ответил он. Через неделю уже вся больница знала о том, что Али рожден свыше. Солдаты спрашивали у меня, что это произошло с вашим другом Али. Я отвечал, что он получил спасение. «А что это?» — спросили они. «Могу рассказать вам». Так я начал вести библейские занятия с тремя британскими солдатами, а к концу наших занятий двое из них покаялись, потому что увидели, как покаялся мусульманин. Так или иначе, в итоге я крестил их в больнице в бассейне. Так что, в моем понимании, я выполнил свою работу целиком. Послушайте внимательно, вокруг нас множество людей, которые хотели бы узнать, как встретиться с Богом. Просто примите решение, что будете нести благую весть о Царстве повсюду, куда бы вы ни пошли. Не смущайтесь и не стесняйтесь. Что я могу сказать про свою жену, так это то, что она точно не стеснительная. Я могу просто стоять и слушать, как она рассказывает людям об Иисусе. На ее лице такая милая улыбка, что все готовы слушать ее вечным. Я говорю о том, чтобы нести Евангелие во все народы. Позвольте мне зачитать отрывок, который я уже упоминал. Это книга Откровения, 7 глава, 9 и 10 стихи. Это описание видения, которое было показано Иоанну на небесах. После всего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечислить из всех племен и колен, народов и языков, стояло перед престолом и агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Я уже говорил об этом. Эти люди были из всех племен и колен, народов и языков. Этому веку не придет конец, пока на небесах не будет хотя бы по одному представителю всех племен и колен, народов и языков. Бог Отец почтит Своего Сына Иисуса за жертву, которую Он принес. Он убедится в том, что там будет по одному представителю каждой этнической группы, языковой группы, которая была искуплена жертвой Христа. Они будут славить Агнца, Поэтому наша миссия не будет завершена, пока мы не достигнем всех племен и колен, народов и языков. Я никак напрямую не связан с переводчиками Библии Уиклиф, но я, безусловно, поддерживаю их. Я думаю, что они очень серьезно относятся к Богу больше, чем многие другие организации с более яркими названиями, которые играют в религиозные игры. Они посвятили себя переводу Писания на все языки мира. Потому что так написано в этом стихе, так оно и будет. Ради чего живете вы? В-третьих, чего же желает Бог? Я вам напомню, во-первых, Он хочет, чтобы Его царство пришло на эту землю, во-вторых, чтобы благая весть распространилась во всех народах, и, в-третьих, что логично, Он желает обрести народ для своего царства. Сейчас мы вместе с моей женой провозгласим Слово. Это наш любимый отрывок. Послание к Титу, 2 глава, стихи с 11 по 14. Дайте я сверюсь со своими записями. Да, действительно. Итак, я для начала повторю вам первое, что хочет Бог, чтобы Его Царство пришло на эту землю. Второе, чтобы Благая Весть распространилась во всех народах. А сейчас я попрошу тебя, дорогая, выйди, пожалуйста, сюда. Вы готовы, дорогие друзья? Тогда давайте вместе провозглашать. Ибо явилась Божья благодать, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот чего Бог ждет от нас. Он желает иметь свой особенный народ. Вы, может быть, задаетесь вопросом, а почему Бог терпит весь ужас, зло, агонию и страдания в этом мире, бедности, все страшные вещи, которые происходят на этой земле? Бог мог бы сказать лишь слово, и все это прекратилось бы. Но Он не остановит беззаконие, пока не приобретет для себя особенный народ. Иисус хочет разделить трон с невестой. Это и есть основная цель Бога. Это будут люди из всех племен и колен, народов и языков. Святой народ. Народ, очищенный от всякого беззакония, от всякого своей воли, амбиций и эгоизма. Ревностный к добрым делам. Вот чего желает Бог. А теперь давайте откроем с вами... Первое послание Иоанна, третью главу. Давайте провозгласим это слово все вместе. Я хочу, чтобы и дома вы делали то же самое. Моя проповедь обычно состоит из провозглашений, которые мы произносим все вместе. Потому что эти слова глубоко вошли в меня. Они стали частью меня. Они постоянно в моих мыслях. Итак, первое послание Иоанна, 3 глава, с первого стиха. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как и он чист. Так чем же отличаются от остальных те, кто ожидают откровения Иисуса? Что они делают? Очищают себя. До какой степени они очищают себя? Пока не станут чистыми, как Он. У Бога один стандарт чистоты — это Иисус. Вы можете сказать, «Я ожидаю пришествия Господа», но если вы не очищаете свое сердце, это неправда. Это очевидно в жизни каждого человека, который честно и искренне ожидает пришествия Господа. Каждый, кто надеется на Него, очищает себя так, как Он чист. Как же мы очищаем свое сердце? А вот что пишет нам Петр, это первое его послание, первая глава, 22 стих послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Итак, как же мы очищаем свое сердце? Это не какие-то мистические переживания, это послушание истине. А какой истине? Истине Слова Божьего. Вот что значит очищение себя. Это послушание Писанию. Но ради чего ради любви друг к другу от чистого сердца дорогие мои послушайте я не часто говорю об этом согласны как говорил боб Мамфорд у Бога есть и странные дети а еще он говорил и может быть вы как раз один из них но это и есть отличительная черта чистоты. «Искренняя любовь к народу Божьему». Это приготовит нас к пришествию Господа. Позвольте подытожить, и мы завершим на этом. У Бога есть три цели, на основании которых нам следует строить свою жизнь. Во-первых, наступление на земле Божьего Царства. Во-вторых, распространение Евангелия среди всех племен и колен, народов и языков. И в-третьих, подготовка народа для царства, подготовка Божьего избранного народа. И в завершение давайте посмотрим, что Павел говорит о трудностях, которые мы все преодолеваем. Это второе послание Тимофею, вторая глава. Десятый стих начинается со слова «посему». Как кто-то говорил, когда мы находим слово «посему» в Библии, важно разобраться, зачем оно там. Можете посмотреть и найти этот отрывок самостоятельно. «Посему» сказано тут. «Я все терплю ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славу. Я уверен, что такая мотивация поможет вам пройти через любое давление, испытание, разочарование и преследование, через все, что бы вы не встретили на своем пути. Бог говорит, вам важно иметь видение, мое видение. Я научился этому Павлу. Я могу пройти через любые трудности, чего бы мне это ни стоило. Ради избранных, дабы и они получили спасение во Христе Иисусе с вечную славою. Знаете, у меня есть видение. Я вижу его не своими телесными глазами, а глазами Духа. Видение для всех племен, колен, народов и языков. У Бога есть те, кого Он избрал для всей вечности. И этот мир не придет, пока каждый из избранных не окажется в Царстве Божием. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады.